это называется кубичная мелочь. Ну, наконец-то. Надюш, подержи, Надюш, подержи. Надя, кто это? Константин Ильич. Лукаш. Ну, бэткомедиан красавчик. Надо водки выпить все-таки, водки. Какая гадость, это ваша зливная рыба. Который все еще в бане. У вас не получилось, так теперь посредством сына вы хотите сломать жизнь моей дочери. Здравствуйте, мои маленькие любители Нового года. Меня зовут Женя Лукашин и даже... Ты? Да, я. Я за тобой пришла не просто так. Слушай, может, ты просто водки хочешь выпить? Дима, ты хоть сам понимаешь, что ты говоришь? Какая водка? Я водку точно сейчас не хочу. Ты думаешь, нет, до Нового года нежелание пить водку? Я не понимаю, как ты меня опять нашла. Я тебя все-таки нашла, Дима. Ты думал, так просто от меня убежишь? Ты думал, после того свидания ты убежишь с той шлюхой? Слушай, я, понимаешь, я хотел тебе позвонить. Правда, я хотел тебе позвонить. Так почему ты мне не звонил все эти года? Вот в этом году ты мне не звонил, ты даже не посылал мне смс. Почему? Почему ты так ко мне относишься? Как-то все сложно стало. Ты думаешь? Все сложно. Я тебе усложнил эту жизнь? Ты сам усложнил эту жизнь в этом году. Я не шучу, я готов прямо здесь тебя пристрелить. Я слушаю. Тебя не изменял ни с кем. Я не изменял ни с кем. Слушай, я... Лучше заткнись. Ты не изменял этого году. Я тебя никогда это не прощу. Ты думаешь, я тебя так просто прощу. Я готов тебя быстрее пристрелить здесь, прямо здесь. Слушай, я не изменял. Ты... Я хотел, чтобы ты была счастливой в этом году, но... Ты издеваешься надо мной. Какая счастливая? Я не счастливая. Я пришла тебя уничтожить в этой комнате. Ты думаешь, так просто отойдешь после всего этого? Не отойдешь! Давай все забудем просто в этом году, начнем. Дима, я никогда это не забуду. Я не забуду, мне проще тебя застрелить просто такого мужика, взрослого мужика, который смотрит YouTube каждый день. Ты создаешь каждый день тупые ролики, тупые. Я убить хочу этим стволом. Следующий год с нуля. Возобновим наши отношения и начнем расцветать. Я тебя дам расцветать, я убью здесь, прямо здесь. Ты думаешь, я жутко пришла играть? Слушай, я думаю, ты порядочная женщина, и у меня есть миллион. Я хранил этот миллион, чтобы с кем-то поделиться, и давай уедем прямо сейчас и встретим Новый год на Карибских островах. Ты тупой! Мне не интересует этот миллион. Ты думаешь, мне так этот миллион не заинтересует? Я хочу отомстить. Ты мне изменил в этом году. Как ты мог? Ты должен со мной был гулять каждый день. Мне это все надо делать сейчас прямо здесь. Да хорошо, я лягу, ложись. Я ложусь. Я ложусь. Только встань. Только не убивай меня, не убивай. Убивай меня. Я буду хорошим мальчиком. Я в следующем году буду хорошим. Только встань! Посмей встать! Я убью! Пристрелю! Когда тебе не изменю ни с кем? Я пойду даже гулять с тобой. Я пристрелю! Я не шучу! Ты только не убивай меня. Хорошо? Может, мы уже договорились? Мой миллион, я его забрал у него, блин, так заслужил, сука. Главное, чтобы меня не убило только. О, наконец-то ушла отсюда. Блять, сука, вот это Новый год, блять, я встретил. Что? Блин, миллион. Черт, миллион забрала. Черт. Ну хорошо, хоть iPhone X не забрала.
А то он стоил больше миллиона. Опять мне этот Новый год надо будет встретить без миллиона, но зато с водочкой и с Bad Comedian. Ирония судьбы 2. Продолжение. Новогодний обзор. Все 30 лет. Жизнь очередной питерской семьи сломана. До скорых встреч! Алекс, знаешь, мы с Блейк хотели бы сидеть рядом. Просили Тодда поменяться местами, но он не может. Балтимора вдруг тянет на хоррор, и нам показывают, как пьяный...